Троллейбус финансовой грамотности запустили в Махачкале. Маршрут между столицей региона и Каспийском регулярный. И теперь у его пассажиров есть возможность узнать больше о мерах борьбы с интернет-мошенниками и ознакомиться с типами финансовых услуг. Для этого достаточно считать смартфоном QR-код с борта троллейбуса. Также информационные материалы размещены в маршрутных такси Махачкалы, а тематические ролики транслируют на видеотабло центральных улиц города. Троллейбус финансовой грамотности – это одна из форм финансового просвещения наших граждан. Банк России уделяет большое внимание финансовой грамотности всех слоев населения, от дошкольников до людей старшего возраста. И мы думаем, я уверена, что вот такая новая форма получения знаний, она будет востребована нашими гражданами и обезопасит их.